Второй показанный аппарат – это Sony Xperia Go. Он довольно компактный по сегодняшним меркам, толщиной 9,8 мм и экраном 3,5 дюйма. Он полностью защищен по протоколу IP67, все заглушки закрыты с помощью специального резинового уплотнения, которое препятствует попаданию воды и пыли внутрь. Камера тут 5-мегапиксельная с автофокусом, пишет в HD-формате, процессор двухъядерный с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, из которых пользователю доступно 4. Под крышкой спрятаны слот для карты памяти microSD и слот для сим-карты обычного размера. Аппарат выйдет на Android 2.3.7, но затем будет обновлен до 4-й версии. Предустановлено 4 фитнес-приложения, компас, шагомер, программа для бега и для тренировок, и в целом смартфон ориентирован на спортивную и преимущественно молодежную аудиторию. О цене новинок пока молчат. Что касается сроков, то Sony A3S и Sony Xperia Go стоит ожидать в продаже в третьем квартале этого года.